Всем привет с Киева! И сегодня 16 июня 2022 года в Киеве проходит выставка «Коммунизм равняется расизм». Тут представлены фотографии и основные данные тех, кого убили в годы коммунистической власти в Украине и после вторжения в 2022 году. Такие проведены аналогии с тем режимом и этим режимом. Все показано в различных городах. Были убиты люди, многие которых пытали перед смертью. И вот сейчас, чтобы все знали, иностранцы и местные жители, как это все происходило, сделали вот такую вот выставку на Михайловской площади. Кто будет в Киеве, можете увидеть своими глазами. До новых встреч, друзья. Пусть все будет хорошо. Слава Украине, героям слава!